Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, в студии Владимир Сметанин. Областные власти планируют в два раза расширить географию полетов из Кирова. Сделать это хотят к 2035 году. Среди городов, которые сейчас рассматриваются для организации прямых перелетов, Мурманск, Петрозаводск, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург и ряд других. Перед этим будет проведена большая работа по определению востребованности полетов среди населения, уточнили в правительстве. Власти готовы увеличивать субсидирование новых маршрутов. Добавим, аэропорт Победилова в этом году рассчитывает обслужить 500 000 пассажиров. В прошлом году было 426 тысяч. Экономика. В Кирове ужесточат работу по приведению внешнего вида киосков в порядок. Внешний облик киосков должен соответствовать архитектурным решениям из специального каталога. Он был утвержден еще в 2021 году. Новшество вводилось постепенно, но в итоге к январю этого года большинство НТО не соответствует правилам. По данным городской администрации, из 242 киосков, расположенных на муниципальных землях, в порядок приведены только 89. Что касается 300 нестационарных торговых точек, расположенных на придомовых и частных территориях, то изменений не требует только 21 из них. Глава города Елена Ковалева назвала ситуацию неудовлетворительной. Замглавы администрации Всеволод Фролов пояснил, что власти планируют до конца апреля вынести предписание всем нарушителям и в случае их неисполнения обращаться в суд. В эфире «Экономика». 30% кировчан уверены, что больше зарабатывают те, кто постоянно учится. Опрос среди экономически активных горожан провел сервис «Суперджоб». 30% жителей города уверены в том, что зарабатывают больше те, кто постоянно обучается. По мнению 12% опрошенных, для повышения уровня зарплаты следует трудиться больше, а 8% говорят о переквалификации и освоении более высокооплачиваемых профессий. Активность, целеустремленность и проявление инициативы – это качества, которые приведут к высокой зарплате лишь по мнению каждого 10-го респондента. 2% считают самым важным в этом вопросе – связи и знакомства. На этом все. В студии был Владимир Сметанин. Программа «Экономика».